Я творог твой представляет. Продолжаем путешествие. Ой, опять эти колючки. Ох, надо их чем-то закрыть. А, вот мы сейчас сделаем так. Раз. Упал телевизор на колючки. Бум. И колючки загнались вовнутрь. Можно теперь спокойно проезжать. Нет у нас трудностей теперь. А вы знаете, что каждая зебра имеет свой полосатый узор, поэтому маленький жеребенок узнает свою маму по полоскам. Что же? Опять охотник. Эй, обезьяна, нужна твоя помощь. Иначе охотник нашу зебру возьмет в плен. Получай, вот так. Так, мина взорвалась. Толкнул шар охотника вниз. И появилась дорога. Отлично. Спокойно, зебра, спокойно. Проехала. Молодец. Ох. Эти колючки могут проколоть шины в машине. И тогда зебра не сможет путешествовать. Опять мы сейчас это уберем. Закроем эту яму. И загоним колючки вовнутрь чем-то тяжелым. А ну-ка, взорвалась мина. Так, два. О, падает наш шар. Вот, нет колючек и закрывает обрыв. Теперь можно ехать по кочкам, по мостику и проехали на другую сторону. Ох, что это за новое приключение? Пчелы. Нужна какая-то ловушка для пчел, иначе они покусают зебру. А это не очень приятно. Ага. Отправляем шар наверх, на кнопку красную, и срабатывает ловушка для пчел. Давай, зебра, счастливого пути! Осторожно! Ребята, а вы знаете, что молоко у мамы зебры не белого, а розового цвета? Продолжаем путешествие по воде. Опять мина подводная на нашем пути. Так, что же нам делать? Мы сейчас одним молоточком столкнем шар, который поднимается вверх, вверх, вверх. Второй молоточек включаем, толкаем, и падает наш шар вниз, в воду, и открывает клетку, в которой сидит рыба. А вот рыба освободит нам дорогу от водяной мины. Уплыла мина. Проезжай и ты следом, зебра. Довольна? И что опять? Вот это да. Опять эти тучи. Они опасные. Опасный дождь. Нужно сейчас молоточком толкнуть шар. Толкнет тучку, они соединятся вместе и деревянной перекладиной придавим их к земле. Вот и дорога открыта. Давай, зебра. А, вот этот камень. Толкай, толкай, толкай камень. Ну, оп,
мы тебе помогли. Проехала зебра. Опять новые неприятности. Вот это да. Уберем этот квадратик и построим мостик. Упал шар на низ, мостик на пружину поднялся и поехала зебра вверх по мостику пружинному и скатилась вниз. Ура! Молодец! А это что такое? Какая-то деревянная подвесная дорога. Что же делать? А внизу река. Так, толкаем шаром плот. Ай, оборвался мост. Ох, падает машина прямо на плот. Как хорошо, что у нас есть плот. Проехала. Ну что, ребята, вы запомнили, что молоко у мамы зебры розового цвета? Если вам понравился этот мультик, нажимайте сюда и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! До следующей встречи!